Началось все с знакомства с Олегом. Давнее это уже знакомство. Но он очень хорошо умеет вообще дружить и поддерживать отношения. Сразу же зовет к себе на дачу. Он баню. Баню. Выпивать. И выпивать тоже, да. Ну, а что ж, мы не люди, что ли? Да. Короче говоря, мы, у нас были уже накоплены отношения. Он прекрасный, надо сказать, земляк очень хороший. Не только... Я, к сожалению, не из Челябинска, потому что всех челябинских он поддерживает, он держит какую-то общую связь во всей стране, находит челябинских людей и даже учредил премию челябинцам, которые в разных местах отличаются. Оказалось, что их чуть не, не вся Россия челябинцев. С такой премией-то... Не, ну, конечно, Белза, Маслюков, Анатолий Карпов, Лидия Скобликова, Макаров. Я боюсь, сейчас 85 человек мы же наградили.